Ничего себе, куда я выехал из леса. Какой-то просто Евросоюз. А ранее тут было только это самое, да, озеро и все. Озеро и гаражи вокруг. Не, ну часть гаражей есть, конечно, вон она там. Самаровского озера я в упор не вижу. Зато вижу какие-то инфраструктурные излишки, да, ямы, огромные канавы, заборы и прочие, и батории. Надо продвинуться вперед немножко, да, и посмотреть, что там. Потому что весь электорат местного двора, он это все объезжает. Он сюда, когда я еду, не катится. Электорат местного двора, да? Но там все огорожено. Вот это огромнейший недострой. По сути, его не сдадут. Да, потому что компания обанкротилась. Но тут ничего нет, кроме вон того гаража, что впереди. Мы пойдем к нему, тащим-то. Велик я положу здесь. А гаражу пойду пешком. Вдруг там кто-нибудь есть. Навряд ли. Это жилое место. То, что я ухожу отсюда. Действительно, кто-то живет здесь. Ай, дайте мне мой велосипед, поеду я. Короче. Действительно, люди живут в гаражах. Не знаю, если бы я все потерял, жил бы я в гараже. И защищал бы его от сноса, не знаю. Еду бы готовил на полу, на плошке, да? Не знаю. Я не уверен, я вон туда заберусь еще. Мне кажется, там Самаровское озеро. Посмотрим. Ну, вот так виды вообще. Best панорамы.